Привет всем, друзья! Ну вот мы и подошли к самому важному, наверное, этапу в электрике. Это сборка щита. Сам я заниматься этим не буду, так как моих знаний недостаточно, поэтому я пригласил человека, который намного лучше разбирается в этом вопросе. К сожалению, саму сборку щита, сам процесс сборки щита вы не увидите, потому что иногда люди бывают против съемки. Но итоговый результат и принцип работы всей системы будет показан и разъяснен в конце этого видео, поэтому досматривайте обязательно до конца, чтобы не упустить самые важные моменты. Так, ну и давайте пробежимся по оборудованию для нашего щита. Ничего у нас там сверхъестественного нет. Все достаточно просто. Значит, у нас сколько тут? 7 автоматов на 16 ампер на розетке. 4 автомата пошли на 10 ампер. Наоборот, они вот так у меня идут, да? Вот эти 10. 4 штуки этих, 7 на 16. 1 на 6. Это у нас на роутер пойдет. Так, УЗОшка на 40 ампер, УЗОшка на 25. Еще один автомат на 25. Контактор на 63 ампера. Или это не на 25 у нас? А, это на 40, извиняюсь, на 40. Контактор и реле напряжения. Куча, ну, не стал пока их развязывать, тут НШВ-шек под разное сечение и провода одиночные, шестерка и 2,5. Вот, в общем, все это барахло. Сейчас будем разбирать и устанавливать в щит. И да, все материалы и оборудование, которое приобреталось для нашей электрики, приобреталось в компании ETM. Ссылочки оставлю, как всегда, в описании под этим видео, а по промокоду SHARE1000 вы можете получить скидку до 1000 рублей на любой ваш заказ. Переходим и заказываем. Пока штробы у нас не замазаны и подрозетники нормально в стены не установлены, на время скрутил все старые выключатели и розетки, и пока временно их поставлю, чтобы можно было продолжать ремонт, пользоваться там освещением и розетками. Ну и провода у нас еще для света тоже не прокинуты, то есть на светильнике имеется в виду. Поэтому тоже стоят временные патроны, на них просто лампочки ильича. Поэтому сейчас пока так делаю, в дальнейшем уже, когда будет доходить процесс там до чистовой отделки, там уже будем все делать по-нормальному. Ну и наконец-то можно отрезать все старые алюминиевые провода, чтобы они нам больше не мешались. Надоели они мне тут висеть. Это просто ужас какой-то. Отовсюду. Раньше проводка, кстати, была заведена в пустотах плит. Соответственно, там у нас раз пустоты, то они не пустоты. И это бы все надо по-хорошему, я думаю, пропенить, чтобы не было никакого поддувания на всякий случай. Ну и в распределительных коробках провода я пока тоже не укладываю. И креплю на ваговские клемники многоразовые. Тоже пока на время.
чтобы можно было пользоваться электричеством. В дальнейшем будем покупать клемники, которые одноразовые, с пастой. Все это уже дело коммутировать, укладывать в коробку, закрывать, и уже потом пойдет натяжной потолок. Так, друзья, время 7:00. Я поехал по делам, а работа по подключению нашей электрики идет полным ходом. Хорошо, когда делаешь не все сам, а есть люди, которые помогают тебе, будь то друзья твои или наемные какие-то люди, в любом случае это отлично. Антоха, спасибо большое за помощь. Пока меня вчера не было, Антон успел тут подключить уже практически все розетки наши будущие. И сейчас его пока нет, я займусь, надо мне завести сюда, получается, еще вводной кабель. И в эту же штробу его положить. Поэтому пока вот займусь этим. А дальше он придет и будет доделывать остатки. Вот небольшая только проблема в том, что стена у меня вот эта получается неглубокая. В итоге пришлось щиток брать, соответственно, тоже неглубокий. Он 78, по-моему, глубиной. В отличие от тех, ну, от стандартного сотый или даже глубже есть. То есть вот такой же шнайдеровский есть на 24 модуля, но глубиной 100, а этот 78. И не очень удобно вот там все укладывать. И, возможно, не получится у нас там прям супер красоту навести по разводке, потому что ну никак вот туда не подлезть по-нормальному их, не сцепить там хомутиками. Но, в общем-то, это... По сути, не очень важно. Главное, чтобы все работало без нареканий. А вся эта некрасота закроется все равно потом крышкой и ничего видать не будет. Такой, друзья, получился у нас щит. Сейчас будет вставочка, пару слов от Антона о этой системе и принципах ее работы. Ситуация в том, что в доме нет заземления, а делать отдельно контур на пятый этаж было неинтересно. Кидать повторный ноль опасно. Всем известно, что в случае, если в РУ оборвется ноль, то все заземленные устройства будут под опасным напряжением. И что мы решили сделать? Итак, у нас вот водный автомат на 40 ампер, этого достаточно. Дальше идет реле контроля напряжения. Реле контроля напряжения выставлено на отсрочку по времени для холодильника. То есть в случае, если произойдет кратковременное отключение электроэнергии и последующий его пуск, чтобы не сгорел холодильник из-за того, что разность давления не восстановилась, компрессору сложно запускаться. Сделали отсрочку в 5 минут после того, как восстановится напряжение. Далее, как у нас дальше система работает. Само реле напряжения используется как пусковой механизм для контактора. То есть через реле напряжения не идет сама нагрузка. Реле просто запускает контактор. Контактор замыкает контакты, и у нас появляется фаза. Остальные три контакта контактора используются именно как перемычка между нулем и заземлением. То есть, когда штатное все у нас работает, напряжение в сети и есть, у нас подается фаза и перемыкается перемычка с нуля на заземление. И получается... Все приборы заземлены. Но в случае, если у нас происходит нештатная ситуация, во-первых, отрабатывает реле контроля напряжения при повышенном напряжении, либо при пониженном напряжении, и отключает полностью всю систему, разрывая цепь заземления и нуля. И в то же время, если в случае, что у нас в подвале ноль оборвался, да, получается, что реле как бы отключилось, но... Шина заземления
шина наливая под напряжением. И чтобы не было такой ситуации, при которой фаза попадает на землю, как раз таки контактор размыкает эти контакты. Вот, в принципе, и все. На этом все, друзья. Глобальные работы по электрике завершены. Конечно, остается еще много мелочей. Возможно, будет еще один финальный ролик с подключением всех розеток, выключателей и других разных мелочей. А может быть и нет. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем вам огромной удачи. И пока.